Тем временем суд по резонансному убийству сотрудницы Одесского СИЗО вновь перенесли, теперь на 6 апреля. Обвиняемого Василия Чемериза опять не доставили в суд. В Николаевском изоляторе, где находится преступник-рецидивист, заявили, что не получали соответствующего требования, но в суде заверяют, что у них есть отметка про передачу данного постановления. Это уже второй перенос судебного заседания по данному делу. Мною та стороною захисту були заявлені відповідні клопотання щодо направлення листа для з'ясування причин та умов недоставки обвинуваченого до зали суду. Враховуючи, що дана територія знаходиться на території іншій області, тому відповідно у нас обмежені можливості щодо впливу та контролю. Подсудимый своей вины не отрицает. В августе прошлого года он убил, а затем расчленил сотрудницу Одесского СИЗО Анну Порошенко. Части тела преступник выкинул в мусорный контейнер. Ранее Чемериз отсидел 14 лет за изнасилование и убийство ребенка. Также его подозревают в совершении серии грабежей на территории Одесской области. Родственники убитой не понимают, как такой человек мог свободно передвигаться по изолятору. Он вообще не должен был оказываться там. Это же какое-то такое учреждение, там, где они не были на свободе такие, как бы, а он ходил свободно. Поэтому не знаю, кто несет за это ответственность.